Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин упал на 59 тысяч долларов. Ровно так, как я и предсказывал. И посмотрите, какой всплеск на объемах. Но это распродажа на биткоине с 70 тысяч опустился на 59. Капитализация рынка 2,25 триллиона. Индекс страха и жадности перешел из жадности в страх. Очень быстро это сделал. За несколько дней буквально. Ставка финансирования почти негативная. И биткоин 60 тысяч 700 долларов. Но опускался на 59. Это интересно. Кстати говоря, я все это предсказывал, поэтому всех поздравляю. Кто ко мне прислушался, четыре дня к ряду я говорил, что на рынке что-то не так. В этом видео сделаем теханализ биткоина. Я покажу свой торговый аккаунт. Что я сейчас собираюсь сделать, это откупить биткоин и альткоин где-то ниже. Хочу поймать отскок, продать. И так буду торговать, пока мы снова не увидим булран. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. И опять же всех поздравляю, кто меня послушал, мои предупреждения. WorldCoin минус 8%, Solana минус 6%, Uniswap почти не упал, Эфириум минус 2,7%, общая капитализация минус 1,8%, Bitcoin 60 708 долларов, минус 2%. Давайте сразу перейдем на недельку. Что у нас тут на недельке? Большая чашка с ручкой. И когда закончится уже эта распродажа, то, посмотрите, сформируется такая большая чашка с ручкой. А это бычий паттерн, как я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Показываю, вот чашка, ручка, и вверх вылетаем. И расстояние можно измерить по основанию чашки. Поэтому может быть хороший булран на биточке после этой коррекции. В зависимости, конечно, от того, как вообще будет глобальный новостной фон. В общем, по этой чашке с ручкой можем пойти на 115 тысяч. Давайте приблизим. И посмотрите, биткоин опустился ровно на трендовую линию. Это годовая трендовая. И биткоин сидит ровно на этой линии. Чуть пробивал вниз, но сейчас ровно на ней. Стохастика идет вниз. Криптогурубот все еще держит сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале прошлого года, когда биткоин стоил 20 тысяч долларов. Этого бота вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Биткоин-индикатор бот дал сигнал на продажу как раз перед этим падением на этой неделе. Давайте на дневной теперь перейдем. Стохастик в перепроданности пытается развернуться вверх. Пробивали годовую трендовую, опускались ниже. Пускался биткоин на 59 820. У меня ордера на покупку стоят на 59, 58, 56. И также одна заявка стоит на 53 тысячи. Вот эти зеленые горизонтальные линии – это мои ордера на покупку. В общем, годовая трендовая линия. Посмотрим, как там поведет себя биткоин. Будет ли уже новый импульс в волнах Helio там или нет. Это коррекционная волна сейчас. Обычно коррекционная волна – это от 25% до 37%. Поэтому сейчас мы можем посмотреть, какая уже была коррекция. 14%. Так что есть еще куда падать. И также не забываем про новостной фон. Потенциально ожидаем войну на Ближнем Востоке. Это тоже может сказаться на рынке. Интересно, что это не стремительное падение. А идем вниз постепенно. Падение, отскок, падение, отскок, падение, отскок. Но отскоки такие небольшие, честно говоря. Нет особо интереса у покупателей. Ну а пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. Я торгую на Bybit, у меня там больше чем полмиллиона долларов. И вы тоже можете на Байбит торговать. Регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. А теперь на самом деле тут уже 60 тысяч долларов бонусом. Затем проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь тех Пока вы не прошли эти курсы, вы просто торгуете наугад. А когда пройдете эти курсы, то будете торговать как профи с пониманием темы. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму. Теперь мой торговый аккаунт на Байбит. Здесь у меня 549 500 долларов. И мои сделки по биткоину я закрыл. Вот тут я закрыл по 65 тысяч. Несколько дней назад я предупреждал, что будет падение, и сам все продал. Ну и расставил ордера на покупку на 54 тысячи, 56 и 58. 000, каждая на 3 биткоина. И также у меня ордера на споте.

И я это падение предсказал на самом деле. Надеюсь, вы смотрели мои видосы, читали твиттер. Это мое вчерашнее видео. А это видос, в котором моя чуйка предсказала все закрывать. Сам не знаю почему, но я закрываю позицию на биткоине с профитом в 23 тысячи долларов, 23 800. И закрою также позиции на споте. В общем, это было мое такое видео, и я оказался прав. В проекте Magic тоже новости. Осталось 6 дней до важного события. Когда я продаю и расставляю ордера на нижних уровнях, наблюдаю за графиками и ищу возможности. Не захожу слишком рано, чтобы не повторять предыдущие ошибки. И вот мои ордера на покупку. На биткоине и альткоинах. Джеймс, имеешь ли ты в виду, что 74 тысячи это была уже вершина? Я думаю, что биткоин после коррекции может еще вырасти. Но это зависит от новостного фона. Теперь давайте посмотрим на... А, нет, подождите. Вот еще. Каждый раз, когда какая-то девочка выпускает песню о крипте, это означает вершину рынка. И затем все валится. Все инфлюенсеры теперь откупают дно. А я расставил ордера на покупку еще до падения. И они пока не исполнились. И я такой говорю, а кто всех предупреждал? Это я всех предупреждал. Вот они мои видосы за последние пять дней. Биткоины, акции падают. Предупреждение, опасный момент, я все продаю. Большое падение, очень опасный момент. Это три дня назад было. Очень-очень-очень-очень опасный момент. Что-то не так на рынке. В общем, это все мои видосы. кто предупреждал, я предупреждал. Обо всем этом. Теперь давайте идем на комментарии. Джеймс, ты еще не предсказал вершину. Предыдущая вершина я предсказал. А сейчас биткоин в новых волнах элета. Биткоин упадет на 50 тысяч. Вполне возможно. Вернее, невозможно. На 53 может упасть. У тебя великолепные инстинкты. Спасибо. Этот чувак реально очень хорошо чувствует рынок. Слушайте его. Американское правительство контролируется какими-то силами, и они манипулируют рынком. Спасибо тебе, Джеймс, ты нас вдохновляешь. Спасибо и вам также за комментарии и отзывы. давайте теперь посмотрим, что там дешево и что можно покупать. Пробежимся по вуч листу Что где, что брать не брать. Это WorldCoin. WorldCoin пробил трендовую линию. Очень сильную. Доллар 70 уже стоит. Эту на доллар 80 я отменил, но оставил на доллар 40. И еще есть уровень на 98 центов. Поэтому Давайте поставим еще заявку на 98. Если, конечно, опустится на этот уровень WorldCoin. На доллар 40 стоит заявка. Я хочу взять по этой цене на 15 тысяч долларов по доллар 40. Давайте также еще возьмем по 98 центов. Если опустится на 98, там возьмем еще на 10 тысяч долларов WorldCoin. По 98 поставили такую заявочку. Отлично. скорее всего, на 98 такие опустятся. Честно говоря, с таким-то рынком. Теперь давайте откроем Солану. Солана опустилась на 143. Пробила. Что-то пробила, в общем. Ритт-тестит треугольник. Годовая поддержка. Вот основной уровень для Соланы. А где еще сильная поддержка? На 120 долларов. А если совсем плохо пойдут дела, я бы сказал, еще вот тут уровень поддержки на 107 долларов. Можно рассчитывать на хороший отскок от 120 долларов. И затем сильная поддержка на 101 доллар. Вот такие уровни поддержки и покупки для Соланы. Uniswap 6 долларов 60. Пробивает этот симметричный треугольник. Выходит из него вниз. Должно было вот такое произойти. Внутри создается давление-давление. И выходим вверх из треугольника. А теперь получается, такая тема уже не работает, потому что вывалился вниз Юни. Поддержка теперь на 5.80, сильная, и на 4 доллара 60. Я думаю, что у меня там ордера и установлены. По Юни свап. Ну давайте добавим еще ордер на, на 5.80, ставим. По 5.80 поставим заявку на 10 тысяч долларов. Давайте прямо сейчас возьмем, ну, потому что нет распродажи на Юни. Поэтому возьмем на 3 тысячи долларов. Хорошо. Четко подзатарились. Эфириум 2900 подошел близко к. А, смотрите, очень близко уже подошел к моей торговой идее, которую я давал. На 2814 зайти. Ну хорошо, давайте лучше зайдем от уровня сильной поддержки. Потому что хер его знает, где там закончится эта распродажа. Поддержка, я бы сказал, вот здесь, на на 2000 долларов. Еще один уровень повыше, это на 2400, 2900 долларов тоже неплохой, в принципе. Можно зайти в лонгом, если, конечно, эфир удержится на этом уровне. Если будет бычий рынок, в понедельник будет понятно. Я бы ставил на это 20%. Не больше. Такие шансы того, что в понедельник рынок вверх пойдет, честно говоря. Давайте посмотрим, что еще у нас интересного. Доджкоин 10 центов. А я ставил заявку на 8. Там сильный уровень поддержки. И еще одна поддержка на Доджкоине. Но я бы сказал, что поддержка здесь на 7 центов. И сейчас Dogecoin тоже на поддержке, но легко может опуститься и на 8 центов, если продолжится распродажа на рынке. Давайте откроем Dogecoin. У меня был Dogecoin, но я все продал. А теперь могу перезаходить. Доджкоин у меня стоит уже заявка на 8 центов. На 8. А сейчас доджкоин 10. Давайте зайдем на 2000 долларов по текущей цене. Но основной ордер будет стоять на 8 центов. Захожу потихонечку. А теперь давайте что-то еще посмотрим. Что можно подобрать. BNB 529 долларов. Нужно было, конечно, закрыть на этом сопротивлении. Но почему я держу BNB, потому что я думаю, что они объявят выход на публичный рынок, на IPO. И когда они это сделают, я думаю, что там будет массивный памп. И если отработает этот бычий флаг, то цель по выходу из этого флага будет на BNB 925 долларов. Но может опуститься и на 464. Ну что ж, на этом на сегодня все. Прошлись по биткоину, по рынку. Обязательно присоединяйтесь к телеграмму. 120 трейдеров онлайн. Рынок сейчас не очень здоровый из-за негативного новостного фона. В общем, вы можете видеть, как трейдеры общаются, что-то обсуждают. И тоже можете присоединиться к этому телеграмму. На этом все на сегодня. Торгуйте аккуратно. Я расставил ордера на покупку, и спешить никуда не буду из-за как раз этого негативного новостного фона. Поздравляю всех, кто вместе со мной был осторожным. И это BNB прямо сейчас на графике. Объем хороший, но падает BNB. 600 долларов был пару дней назад, и теперь уже 529. Было бы хорошо, конечно, там продать BNB. Теперь, возможно, BNB идет на ретест. Нарисует там двойное дно. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.